Они не получают зарплаты, но самоотверженно работают каждый день. У них немало заслуг, но на доске почета мы вряд ли увидим их портреты. В Голицынском отделе полиции служат 7 четвероногих сотрудников. Знакомьтесь, Эмма, Олимп, Энни, Граф, Макс, Витас и Чико. 4 немецкие овчарки, ротвейлер и спаниель. Их назначение – розыск. Всего в Одинцовском районе 2 кинологических отдела. Коллеги голицынских собак-полицейских работают в Немчиновке и специализируются на поиске взрывчатых или наркотических веществ. А голицынские на розыске людей. Рабочий график плотный. В день бывает по 5 выездов. Даже к миске порой подойти некогда. А время, когда вызовов нет, нужно использовать для тренировок. На этот раз спецподготовку проходит граф. Здравствуйте. Что у вас случилось? Здравствуйте. Мне похитили сумку. Угу. Черная, знаете, этого цвета. Убежал в ту сторону. О, все, хорошо. Вы ожидаете здесь. Если что, будут какие-то вопросы, я в дальнейшем вам задам. Из тысячи разных запахов граф различает один и быстро берет след. Вот. Вот. Вот она сумка. Та, которую показала девушка, которую ее якобы он отобрал и убежал. Но мало найти сумку, нужно найти и того, кто ее украл. Граф – ценный сотрудник. Он ловил настоящих преступников. Недавно по горячим следам отыскал угонщика. Вот и на этот раз цель найдена быстро. Все! Все, молодец! Все! Брат, стой! Это на учебном задании. За правильно захваченную цель граф получит награду в виде вкусности или любимой игрушки. А на реальном деле вместо игрушки у цели за спиной может оказаться нож или пистолет. Но граф не боится рисковать своей жизнью. Такой безупречной подготовкой и прекрасному воспитанию граф обязан Владимиру Сидоркину, кинологу с большим опытом. Мы как команда. Я слежу на месте пришествия за ним, а он следит за мной. С ним граф прошел через многое, и впереди их ждет еще немало заданий. На пенсию отважные мохнатые сотрудники выходят в возрасте 8 лет. Что же ждет этих ребят после этого, спросите вы? За голицынских собак полицейских можно не переживать, они останутся в надежных руках. После того, как ему придет пенсионный возраст, я его, конечно же, заберу к себе домой. Так что будем мы вместе дальше жить и дружить. Их зарплата – кусок мяса, а премия – похвала и немного ласки. А, пожалуй, нет в Одинцовском районе сотрудников более неприхотливых, выносливых и преданных. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».